22-летний Миша, как и все герои рубрики, нуждаются в теплоте и ласке. Мы желаем, чтобы Миша обязательно обрел свой дом и любимую маму. Миша – солнечный мальчик, ему 2 года 2 месяца, он спокойный, самостоятельно ходит на ходунках, любит рассматривать яркие игрушки, картинки, смотреть мультики. Со взрослыми в общении эмоциональный, произносит отдельные звуки гуления, лепета, играет игрушками, может строить пирамидку, ну, только начинает учиться строить пирамидку. С другими детьми не конфликтный, добрый, спокойный. Мише 2 года 2 месяца, он к нам поступил в 2-месячном возрасте, родился с диагнозом синдрома Дауна. С момента поступления Миши сейчас вот 2 года, он пока самостоятельно не ходит, но ходит по манежу, ползает, ходит на ходунке, пока не говорит, но узнает свой персонал, улыбается, лепечет.